Уже в этом году в Ульяновске откроется обновленный многофункциональный молодежный центр «Дом молодых». Планируется, что площадка станет местом притяжения активных и талантливых ребят. Центр разместится в бывшем здании Министерства имущественных отношений и архитектуры на Радищева 154. А пока здесь идет ремонт. Здесь, в принципе, объемы небольшие. Вот, я думаю, что к концу года не то, что успеют, обязаны просто успевать. 1 декабря все работы должны быть завершены. Губернатор отметил, мало сделать ремонт здания, важно наполнить дом молодых содержанием. А это уже задача Министерства молодежного развития. После этого на следующий год мы планируем комплексную работу. Это будет масштабная работа, можно сказать, такой центр компетенций, по сути, будет для молодежи. Здесь будут и выставочные пространства, и студия звукозаписи, и видеозаписи, и мастерские, в том числе и лектории, где мы будем взаимодействовать с молодежью, с лидерами общественных организаций молодежных и, соответственно, выстраивать всю молодежную политику в регионе. Среди основных работ – это обновление фасада и ремонт помещений. Строители заменят окна и инженерные сети. При этом сама организация «Дом молодых» работает с начала этого года. Занимаются сотрудники направлениями молодежной политики, организовывают мероприятия, встречи для молодежи от 14 до 35 лет по разным направлениям. В новом же центре молодежь будет заниматься творческой, научной, грантовой деятельностью. Главное, это на самом деле не стены и то, что будет здесь сделано, а, наверное, самое главное, это люди, их идеи, молодые ребята, которые уже приходят, и мы вместе с ними делаем проекты. Проект «Дом молодых» и новые образовательные молодежные программы реализуются на средства целевого гранта Росмолодежи, общая сумма которого 120 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.